Как нам искать видосы вообще? Ну, сначала поздоровайтесь. Ты уже записываешь? Уже записываешь. Все таки записывалось? Ну. А не он. Что, она снова? Учитывая великолепные положительные отзывы и похвалы в комментариях в нашем предыдущем видео, мы решили снять новое. Специально для вас, хейтеры, чтобы вы смогли немного позлиться. В общем, мой друг Абужан, он решил не менять стратегии, а также придираться к внешнему виду. Я же решил поменять стратегии и буду чисто оценивать по контенту, по впечатлениям, которые остаются после просмотра видео, ну и по звучанию. В общем. Чё секунду, я сказал, что... С вами Абу и Хамид. Когда мы вообще договорились, что я буду внешний вид оценивать? Все, короче. Что мы должны смотреть? Первое видео, которое мы с вами посмотрим, это EXO. Экзо. Песня называется Лотто. Лотто. Так, мы приступаем. Окей, мы должны что-то знать до этого о группе Экзо. Это. Ну, может быть, вы сами что-то знаете уже? Я знаю, что. Такое мороженое есть Экзо. Нет? Все? Можно начинать? Да. Начинай. Нажми просто правильно. Никто не ел мороженое такое? Шучу, я ел, просто там через KZ было, не через X. Почему я уже не удивляюсь? Потише, потише. В общем, про азарт песня. Как деньги, money-making. Еще потише. Да. Очень пафосно. Ну куда без этого? Молодцы, двигаются классно. Серьезно. Короче, походу он задолжал, его избили. Девушку забрали, повесили. Да, и сейчас ему надо деньги найти. И он говорит, давайте сыграем в лотерею. Нет? Мне вот нравится у корейцев этот взгляд дерзкий очень. Умеют делать. Они, получается, на английском тоже по бюджетам вставляют слова? Да. Вау. Я в машине. Мне интересно, это все, это действительно есть у них эти машины, деньги? Нет, ну это чисто такие. Да, это не подобно. Я вот не могу понять, почему здесь девушка, собаки, почему вот она лежит. Я немного не понимаю, почему девушка вообще. Вроде деньги, деньги. Такой статус. И бац, девушка повыше. Не, ну, танцы, как обычно, на высоте. Реально, вот и постановка, хореография, синхронность. Я жгу, короче. Их накрыли менты. Они, короче, незаконно что-то делали, походу. А вот он, девушка спасает. Вот что-то интересно. Я, кажется, разобрался, в чем смысл этого клипа. Сейчас мы закончимся. Это же за Том Фан. Бруно Марс. Сколько их? Ну да, образ плохих парней, таких крутых, дерзких. Теперь попытаемся понять смысл песни. Лотто тоже, наверное, связан с азартом, с играми какими-то. Нет, с удачей. Причем тут девушка, правда, я все равно не понял.
Короче, вот так у меня, я думаю, все было так. Был какой-то герой, который любил играть в азартные игры. Вот. Он проиграл достаточно крупную сумму, остался должен. В общем, и он этот долг отдать не может. Получается, какие-то мафиозники похищают его девушку. И получается, он с целью, чтобы избавиться от долгов и спасти свою девушку, начинает идти в драку. С битой, с грозным взглядом, с подтанцовкой. И классной укладкой. Да. Короче. Не, никуда вообще. Ну, потом, в итоге, когда он при смерти уже был там, должны были его побить, нагрянули, короче, спецназовцы и все уладили. Да? Девчонку забрали. Она теперь с другим вообще ходит. Ну, я правильно, надеюсь, понял посыл видео? Я не знаю, о чем пелось, по идее, пелось достаточно танцевально. То есть... Слушай, ты же слишком много хвалить начал, я так заметил, Рема. Ты с самого начала прям начал так дух. Хочешь, ты понимаешь, я хочу из персонажа негативного в персонаж позитивного выйти. Чё, нет, просто действительно, если смотреть чисто по видео, а не так, то есть не предвзято, судить чисто по контенту, то... Ну, тебе понравилось это видео? Ты бы смотрел его еще раз? Картинка снята шикарно. Ты бы смотрел честно. Это видео еще раз? Это ты видео? Ты бы показал это видео людям, которые, то есть, типа, о, посмотрите, какое классное видео. А почему бы и нет? Да или нет? Почему бы и нет? Нет, да, значит? Больше да, чем нет. Ясно. Неплохо. Я не знаю, у тебя есть какие-то претензии по поводу внешнего вида? По поводу внешнего? У тебя нету, да? Нет, я уже привык. Ну, по идее, знаете, да, я тоже уже сколько видео посмотрел. Мы живем... У нас еще кей-поперы у нас в университете, так что я, в принципе, уже не различаю уже ничего такого. Для меня это уже обыденно, то есть я уже привык к такому внешнему виду парней. Так что... Просто, если ты не можешь изменить правила игры, то лучше принять их, как бы, и мириться дальше. Вот, ну, происходят такие вещи, ну, все. Происходит. На самом деле, я начал замечать изменения в Хамите, вот, после последнего выступления кей-попа. Как-то я зашел к нему в комнату, он был в джинсовых колготках, порезанных таких. И, то есть у тебя ассоциация идет вот именно с кей-попом, это порезанные джинсы? Нет, я никакая ассоциация, я просто говорю, что я видел. Я видел, и он танцевал под одно видео. Пи-пи-пи. Он не знал, что я видел просто. Пи-пи. Это пи-пи-пи было. Я открыл дверь, потому что... АВПН. Нет, ПН. Вот. Так что вы не удивляйтесь, что он так резко изменился. На самом деле он сейчас очень большой фанат кей-попа стал. BTS, не BTS, всех подряд слушает. Просто в итоге все к лучшему. Ну, видимо, это к лучшему, что я стал фанатом кей-попа. Наверное. Шутка, я не стал фанатом кей-попа. Потерял я друга. Просто ладно, давай мы немножко отошли от темы, оценивать. По 10-бальной шкале, как бы ты оценил за картинку? Ну, я смотрел до этого несколько видео, которые в прошлый раз, в прошлом видео мы смотрели. И сравнивая с ними, я бы дал оценку 10, ну, не больше, ну, такой... Еле как притянутые семерочки. Потому что, в принципе, никакого сюжета особо нету. Все просто красиво, все пафосно, все так сделано, но в то же время сделано очень немножко так в старом стиле, как будто чуть-чуть из прошлого клипа. Потому что раньше такое было модно, по-моему, такой пафос. Вот какое-то время даже в русской музыкальной индустрии были такие клипы популярны, но даже там сейчас таких клипов уже нету, в принципе. Сейчас уже пытаются придумать что-то новое, чем-то удивить. Так что, ну, я ничего нового в этом клипе не увидел. Все было на уровне, хорошем уровне, смотрибельно, слушабельно, но ничего особенного. И твоя общая такая оценка? 6.7 из 10. Ладно, так как я сумел разглядеть там какие-то, не знаю, нюансы, там, может, сюжет смог понять частично, я дам 8 за картинку. За звук я дам тоже 8. Почему не 10? Потому что я сказал, что она более-менее танцевальная, но в ней вот как будто не хватало какого-то такого накала, когда вот, например, музыка набирает обороты, и вот она взрывает, и ты начинаешь танцевать, вот реально уносит тебя. Здесь такого особо не было. Ну, то есть все так плавно. Поэтому... Stable. Поэтому если у тебя 6,7, у меня 8,1. Вот. Базара нет. И все.